Я тебе сказала, говорю, не рыгай на кухне нахуй. У тебя для этого есть ванна нахуй и унитаз. Вот туда и блюй нахуй. А то ты, блядь, так порыгаешь нахуй, а я потом твои сопли нахуй в ванной чищу нахуй. Унитаз открыл и блюй нахуй. Сразу трубу включил нахуй. Ганто. Дурак, он ему помой, блядь. Ему похуй, нахуй. Посуда, не посуда. Он пойдет туда, нахуй, наблюет, нахуй. Еще сморкается туда же, нахуй. А я потом отмываю, нахуй. Че, все прыгал? Иди за собой мой, нахуй. Заяц. Что? А где ваш телефон? Какой? Ваш телефон. Ты имеешь в виду сенсорный? Да любой. Ты вообще-то вот. Один на тумбочке был. Один нашел. А где второй? А тебе зачем? Да просто не вижу. Хочу, чтобы на месте были. А тебе зачем видеть-то? В смысле? Не мой. Да смысл-то не в этом. Да ебаная пудра. Блять, мне может еще плойку завести. Да иди, иди, Филя. Вот, суки. Теперь я бледная, как поганка. Блин, оторвали же. Так. Ну, помаду там какую-нибудь. Только не красную. Вот эту? Ну, давай вот эту. Так это не помада, это блеск. Я ебу, что ли? Я же... Вот. Тихо ты, на. На, утаскивай. Давай, давай. На. Бляха-муха. Ну вот тебе, моя маленькая, подарок от меня. Именной бокал. Дай-ка я посмотрю-ка, что там. Мне провод надо размотать правильно, чтобы он, блядь, не путался. Ну, давайте попробуем. Из тебя пуделя сделать, да? Да, из тебя пуделя сделаем. Да подожди, держи ты, хули ты так рано-то отпускаешь. Держи дальше. Идиот. Ладно, дальше-то. Куда дальше? Надо, значит, дальше. Вот и держи. Скажу, отпускай, значит, отпусти. Куда ты мне нахуй, ты мне да это... Ты, тихо! Лоб-то мне нахуй. Ты не дергайся, главное. Девчонки, я сегодня вам показываю свои наряды, с которым можно любить, с любимым, вернее, ходить в рестораны. Ну и все будет ровно. Давайте, чтобы у вас там не слазили и с вас не слазили. Ну и все будет круто. Давайте, девки, если что, я за вас. Чики-пики. Короче, девчонки, а там мой второй лоб. С кем можно ходить в ресторан? Олигарх сегодня нам дать. Ну и все будет ровно. Так что, девчонки, если что, прикидывайте мой прикид. Ну и все. Еха! Это мой третий
завершаешь вечерок в ресторане. Так что, девчонки, давайте тусите. Ну и давайте, чтобы у вас все было ровно, чтобы мужики вас любили. Ну и каждый день цветы дарили. Давайте, одевайтесь, как я. Ну и все будет круто. Так что, девчонки, крепитесь, держитесь. Ну и все будет чики-пики. Вот, девчата. Ну вот, ребята, начинаем утреннюю гимнастику. Жена у меня тут пресс качает. Звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу, вы простите меня, а под нами не спят. Ну все, братва, пить бросили, занимаемся спортом. Подскочу, порешаем вопросы. Безумный Паш с вами. Как-то так. Стасян, снюхай тебя, братан. Чтобы кони грома не боялись. Чтобы девки с хвой не срывались. Чтобы в карманах деньги шелестели. Чтоб домой пришел и не пиздели. Скоро прилетим к тебе в Корею. Давай там поляну накрывать. Кони из тузика. Ну и давай, чтобы у тебя там все было... Все было, чтобы чики-пики. Ну и давай по сам фарту тебе. Давай, чтобы стояла бабки были. Ну и все. Фарту мастер. А будут проблемы, звони вот сейчас. Подскочим, порешаем. Как-то безумно пасть с тобой. Я буду чики мой. Руки сказал. Прости, пожалуйста. Не было. Не за зла. Ну, еще раз думать надо. Я сейчас с вами поеду, можно здесь один тусоваться. Я сейчас весь холодильник выберу. И муж, пони. Я тебе сказал. Ир, да не хотел. Они вчера приезжали. Они сказали, давайте мы заберем. Забрали бы. Я сейчас всю тушенку, сгущенку, мясо, что там есть, я все заберу с собой.